Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня у нас очередное видео из рубрики «Премы из веток». Кто не знает, у меня есть плейлист, посвященный премам, которые можно приобрести непосредственно в ветках развития той или иной нации. И сегодня мы будем с вами обозревать ПЗ-5-4. Танчик довольно прикольный, но, честно говоря, раньше он был еще прикольнее. Я приобрел его дороже, чем за 2400, но с дополнительными плюшками. И, честно говоря, на тот момент я считал, что это нормальная цена для данного танчика. Игрался он действительно обалденно. Им можно было добирать врагов исключительно тараном, то есть разогнался, летишь в сторону своего врага, кидаешь ему урончик с пушки и, не дожидаясь перезарядки, тупо в него врезаешься. Наносишь ему тараном от 200 до 280 единиц урона и таким образом отправляешь врага в ангар. Ну а на сегодняшний день почему-то машинка такого не может. Причем я не слышал и не видел информации по поводу того, что его занерфили. Поэтому, ребят, я и сторонник теории заговора разработчиков по отношению к игрокам, которые подкручивают, как мне кажется, втихую танчики, апают у себя где-то в скрытых игровых кодах. Ну и, соответственно, потом втихую нерфят его и доводят до того состояния, в котором они изначально планировали видеть его в рандоме. Ну а когда покупаешь танчик, он играет по-своему классный, обалденный, чуть ли не имба, а когда проходит месяц или два, понимаешь, что танчик почему-то сдулся. Честно говоря, я сразу ощутил разницу в подвижности, в наборе скорости и в максималке скорости. Поэтому и, ну, возможно, не совсем голословно заявляю, а возможно и теории заговора. Ладно, бог с ней, с теорией заговора, давайте будем говорить с вами непосредственно о самом танчике. Что касается бронирования, давайте будем говорить так. Башня 54 мм, да, то есть вот в этих вот частях есть экраны, по-моему, здесь что-то в районе от 11 до 15, задний экран 8 мм. Что касается бортов башни, 32 мм, ну, в общем, разговаривать особо не о чем. Есть ВЛД, у которого 88 мм, и НЛД, у которого 62 мм брони. Корма 41 мм, короче говоря, практически ни о чем, пробивать будут на ура. И что касается, корма, борт 41 мм и 41 мм в корме точно так же, как и в бортах. Что касается бронирования башни, то есть, ну вот, везде полностью вот так вот по кругу, вы имеете 32 мм брони. Знаете, какой самый бронированный участок в данном танке? На удивление, это кепка. 102 мм, то есть вот эта вот ком-башня, она самая бронированная, поэтому, ребят, поверьте, ее выцеливать будут в последнюю очередь. Теперь давайте быстренько обсудим орудие. Что касается орудия, 160 альфы, в принципе, для пятерки средняка нормально. 110 пробития, окей, тоже играбельно. И если вдруг не хватает против тяжей, то 158 можно закинуть подкалиберными голдой. Время перезарядки немножко долговато. В игре это ощущается, как бы, то есть, ну вот, не хватает буквально секунды-полторы на то, чтобы зарядиться так, как надо, для того, чтобы противостоять противникам в некоторых замесах. Урон 1356. Честно говоря, ну, как бы не фонтан, но окей, тоже играбельно, тоже можно еще как-то там справляться. Огромного количества урона, как правило, на ПЗшке на этой вывозить вы не будете. Углы склонения просто идеальные. 20 вверх, 10 вниз, ну согласитесь, просто-таки шикарно. Лучше бы на тяжах они такое ставили, чем на СТшках. И что касается времени сведения и разброса на 100 метров, мы заценим это с вами непосредственно в замесе, потому что по цифрам понять его сложно. Ну тогда побежали! Друзья мои, пока мы запрыгиваем в бой, хочу попросить каждого из вас подарить мне буквально одну секунду вашего времени. Вы можете за эту секунду навести мышку на желтый шильдик в правом нижнем углу, нажать кнопку «Подписаться» и буквально за секунду стать постоянным зрителем моего канала. Для вас эта секунда, она незаметна в разрезе, ну, длины вашей жизни. Живите подольше, безусловно, и будьте здоровы. Ну, а для моего канала это и есть жизнь, это и есть ваш. Ну, я бы сказал, по сути, одна секунда – мизерный вклад в развитие и в жизнь целого канала, согласитесь. Заранее вам огромное спасибо за поддержку моего начинания. И я вам буду безумно благодарен за это пустяковое действие с вашей стороны. Итак, ребят, давайте заценивать танчик. Что танчик собой представляет по подвижности? По подвижности эта машинка, ну, я бы сказал, ну, прям не ураган, да? То есть рассчитывать на то, что вы бодренько будете перепрыгивать с одного конца карты на другой конец карты, ну, я бы не советовал. Я бы советовал вам рассчитывать на то, что вы медленно и вальяжно будете подкатываться к какой-нибудь игровой позиции и на ней отыгрывать. Итак, вот мы встретили нашего брата-близнеца, Гаргулия. Вот так вот приблизительно и мы выглядим в прицеле наших врагов.
по УВНам. Хоть они и минус 10, но согласитесь, пушка почему-то вниз, ну, как-то вот совсем не опускается. Я так понимаю, что имеется в виду вот опускать на минус 10, когда вы смотрите в бок. Но понятное дело, что желания выезжать боком на врага не будет абсолютно никакого, потому что в бортах брони нет. Что касается сведения, скорости я имею в виду сведения, то скорость сведения довольно неплохая. Что касается точности данного орудия, ну вот сейчас попробую попасть в зеленую зону. Согласитесь, в зеленую зону-то в принципе я попал, но почему-то Митсу я не пробил. Возможно, там как-то сыграла какая-то приведенка, я не знаю. Но факт в том, что в принципе у орудия точность на средних дистанциях, безусловно, есть. То есть сказать, что орудие косое, ну вы видите, оно не косое, просто почему-то Митсу пробить не могу. Теперь что касается подвижности назад. Закатиться назад бодренько не получится, ровно как и бодренько поехать вперед. Почему я и стал в очередной раз, увидел точнее в этом всем подтверждение возможного сговора, потому что если раньше можно было разогнаться до какой-то нормальной скорости на этой машине и, соответственно, втараниться в кого-то с нормальным уроном, то сейчас на ней разогнаться не получается. И это меня почему-то очень сильно... Ну, не почему-то, оно в принципе меня очень сильно удивило, потому что раньше-то я это мог сделать, а сейчас почему-то не могу. Переключаемся на голду, Митсу становится более зеленым. Это более приятно, безусловно. Ну вот по времени перезарядки, хотелось бы, чтобы время перезарядки было бы все-таки чутка пободрее, согласитесь. Вот сейчас перезарядись я быстрее... Быстрее бы откинул в сушку, быстрее бы поехал помогать с леопардом, с вот этим вот. В общем, ребят, танчик, ну, мне кажется, существенно изменился с момента того, как я его покупал. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, я, ну, слишком много себе надумываю разных глупостей. А возможно и нет. Почему я и прошу каждого из вас, если вы имеете... свое мнение на эту тему, напишите, пожалуйста, мне интересно, кто сталкивался с тем, что танчик после определенного там времени, после покупки, становится, ну, скажем так, немножечко другим, да, то есть не настолько играбельным, не настолько классным, как он был изначально. Итак, ребят, что касается бронирования танка, ну, как вы видите, пробивают танчик, в принципе, ну, без печали, было какое-то там непробитие, куда прилетело, я не совсем понял, ну, вот, ребят, пробивают. Не понимаю, почему на данный момент на моей туше нет ни одного пробития, хотя у меня активирована в настройках система показа пробитий. Но в любом случае, ребят, танчик бьется. Бьется он и, честно говоря, бьется нормально. То, что я и говорил изначально, что раньше он игрался немножко по-другому и броня вроде бы была чутка получше. Так, результаты боя. 765 единиц нанесенного урона, сделанных 2 фрага. Но чутка в плюсе по серебру, не сильно фармящая машинка, честно говоря. И в нашей команде по урону мы заняли первое место. Но играли бы все ребята получше, я думаю, что мы бы смогли сделать победу. И это явно не мы слили бой. Закидываемся в следующую катку и посмотрим, чего этот танчик сможет нам показать еще. Против шестерок танчик отыгрывает, ну, не настолько бодро, как хотелось бы. Я сейчас, честно говоря... подзабыл то, что говорил изначально в ангаре, что я хотел попробовать тараном в кого-нибудь внестись. Я сейчас намеренно поеду просто к СТ-шкам, попытаюсь разогнаться, влупиться в кого-то. Возможно, карта не совсем та, но поверьте, я и на песках тараном довольно неплохо наносил урон. Поэтому сказать по поводу того, что из-за песка урон меньше, если бы разогнался где-нибудь по асфальтной дорожке, было бы лучше. Но не совсем будет справедливо. Поверьте, я по пескам играл, таранил, и все было нормально. Ну вот сейчас давайте попробуем отыграть такую игровую ситуацию. Вот сейчас я разгоняюсь. Ну и наношу тарана 53. Поверьте, раньше бы танчик разогнался бодрее, ну и, соответственно, нанес бы урона существенно больше. Как я уже говорил, перезарядки немножечко не хватает. Хотелось бы, чтобы перезарядка была пободрее. Соответственно, сейчас я бы уже смог кого-нибудь вынести, чего-нибудь попытаться зарешать. Ну, а на данный момент мне только надеяться на то, что Т-34 не будет сильно охотиться за мной. Ну, и я выживу.
выжил, спасибо большое врагам, едем дальше. Короче говоря, ребят, танчик действительно раньше был просто таки таранный монстр. И все его боялись. И когда ты заходил в бой и на тебя несся ПЗ-5-4, ты реально начинал, ну, подмачивать немножко штанишки. Не хотелось тебе, чтобы он к тебе приехал. Что касается сведения, ну вот после движения останавливаемся, ждем сведения. В целом, как для средняка, можно абсолютно нормально отыгрывать. То есть, ну, сказать, что как-то скучно, грустно, нет, абсолютно нет. Ну вот сейчас от шестерки, от Декермакса танканул, согласитесь, это приятно. Я думаю, что два раза мне так не повезет. Ну вот пробитие, смотрите. В прошлом бою почему-то не показало. ВЛД пробили, бочину пробили два раза. По башне я урона не вижу. Вот, сбоку, да, там пробили, но в башню саму не знаю, показывает или не показывает игра, если пробили через... Господи, как она называется? Там не фальш-панель, да? Через экран. Простите, подзабыл. Так вот, не знаю, показывает ли игра пробитие в башне, если перед этим пробили экран. Ну, в любом случае, экран-то понятное дело, что пробьют. Но поверьте, в такой проекции пробили бы явно и башню, исходя из того, что, как я уже сказал, брони там всего лишь фиг да нифига, там 30 с чем-то миллиметров, да? Там 32, по-моему. Ну и, соответственно... О чем можно говорить по поводу того, что если 14 миллиметров экрана пробило, я уверен, что и бок башни бы тоже прошило. Досматриваем с вами бой, возвращаемся в ангар, ну и будем обсуждать машинку уже по факту. Друзья мои, бой закончился опять нашим поражением. 930 единиц урона, один сделанный фраг. По результатам, несмотря на поражение, 15 тысяч серебра. И в нашей команде по урону мы заняли третье место. Плюс-минус, вот так машинка будет играться постоянно. Бывают случаи, когда ты закидываешь больше 1000 единиц урона. Не спорю, может повезет. Заедете куда-нибудь там... какое-нибудь такое место в бою, в котором вас не сильно будут откидывать, ну а вы будете откидывать чаще. Короче говоря, скажу следующее. Раньше машинка вывозила по 2500 урона, можно было на ней забой сделать. Можно было сделать по 3-4 фрага, и я это делал. Можно было сделать, и я это делал один раз на моем веку. Было 3 фрага путем того, что я просто несся на врага, кидал в него... урон пушкой, а добирал его уже непосредственно таранами и отправлял таким образом в ангар. От 200 до 280 единиц урона тараном я наносил. И машинка реально была на это способна. На сегодняшний день машинка почему-то потеряла свою подвижность, потеряла свою вот эту вот уронную способность непосредственно тараном. Ну и играется, соответственно, машинка на сегодняшний день совсем по-другому. Раньше и рикошеты, честно говоря, почаще от нее были. Сейчас же ее пробивают практически без печали. Но машинка не перестает быть фановой. Что-то в ней, безусловно, есть. Вот мало есть машин в ветках развития, в которых действительно есть заложенный изначально фан и есть какая-то своя изюминка. В основном они все сырые и какие-то, знаете, такие постные и безвкусные. А у этой машинки своеобразная изюминка есть. Но все же надо отметить наличие у нее определенных минусов в виде подвижности, бронирования. Ну и, честно говоря, у военной какие-то странные. Минус 10 исключительно на борт. А бортом стоять с учетом уровня его бронированности, ну, как бы противопоказано. Поэтому играется машинка немножко сложновато. Плюсы. Довольно неплохая альфа. Очень хорошая точность. Возможно, не сильно идеальное время сведения, но оно нормальное. И с учетом точности на средних и дальних расстояниях пушечка отыгрывается очень даже комфортно. Это все, что я хотел сказать вам по поводу ПЗ-5-4. Если у вас есть что дополнить к этой информации, либо вы хотите что-то опровергнуть, пишите, пожалуйста, в комментариях, я отвечаю абсолютно всем. Спасибо вам большое за просмотр, приходите на канал, подписывайтесь по желтому шильдику в правом нижнем углу, я вам буду безумно благодарен. На этом все, всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.